Привет, с вами Антон, и вы на YouTube-канале Proxy Seller. Сегодня я покажу вам, как выполнить настройку прокси в Brave браузере. Приятного просмотра! Brave — это веб-браузер со свободным и открытым исходным кодом на основе веб-браузера Chromium. Он является простым и удобным браузером со встроенными утилитами для облегчения работы и повышения комфорта пользователя. Но, к сожалению, браузер не предлагает инструментов для повышения безопасности, поэтому давайте приступим к настройке прокси. В правой части интерфейса нажимаем на кнопку с тремя полосками и попадаем в пункт управления. Далее необходимо выбрать настройки. В открывшемся окне воспользуемся поиском и введем прокси. Далее выбираем «Открыть настройки прокси Windows». В данном окне активируем ползунок возле «Использовать прокси-сервер» и добавляем IP-адрес и порт прокси в протоколе HTTP, после чего сохраняем. Перезапустите Brave браузер. Если у вас бесплатный прокси, то логин и пароль не требуется, но если у вас приватный прокси, то вас встретит окно авторизации, которое запросит логин и пароль от прокси. Введите авторизационные данные, и настройка прокси будет выполнена. Теперь прокси подключен, и ваше интернет-соединение в полной безопасности. Также хочу напомнить, что работа с бесплатным прокси небезопасна, не гарантирует анонимности и приведет к блокировке. Для того, чтобы оставаться анонимным в сети и быть уверенным в своей безопасности, рекомендуется приобрести приватный прокси. И для этого есть передовой прокси-провайдер – Proxy Seller. С ним вы получаете 100% анонимность сети и безопасность, гарантию работоспособности с выбранной целью и круглосуточную поддержку. А в описании вы сможете найти промокод на скидку в 10% и ссылку на сайт. Не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик и нажать кнопку лайка под этим видео. С вами был Антон, до новых встреч в следующем видеоролике.